Вы смотрите видео об отеле Melos Lara Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Melos Lara Hotel расположен в стране Турция в регионе Анталии и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 12 километров от аэропорта Анталии, 15 километров от Анталии, поселка Лара. Территория гостиницы занимает 15 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 4 бара, 1 конференц-зал до 550 персон, 2 бассейна, 1 крытый, 1 открытый, 3 водные горки, 1 теннисный корт с полиуретановым покрытием, центр таласотерапии, центр красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, ванна, джакузи, фен, телефон, покрытие, ламинат, балкон, подключение к интернету платно, Wi-Fi, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров – 266, 230 стандарт рум сайт Sea View, 35 квадратных метров, максимум 3 человек. 36 Family Rooms Seaside View, 68 квадратных метров, 2 комнаты, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, максимум 4 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов, 2, открытый бассейн, закрытый бассейн, бассейны с подогревом, крытый, водные горки, 4 горки, открыты с 1 часа 05 минут по 3110 в зависимости от погодных условий, работает по часам. Тренажерный зал, настольный теннис, теннисный корт, бесплатно, 1 корт с каучуковым покрытием, ракетки и мячи на рецепции, сквош, пляжный волейбол, мини-гольф, бильярд, дартс, аэробика, водная аэробика, центр водных видов спорта, да, развлекательная программа, танцевальные шоу, живая музыка, гостевые шоу, соревнования, бинго, дискотека, да, также бесплатно доступны, фитнес-центр, сауна, турецкая баня, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, сквош, настольный теннис, бильярд, бадминтон, дартс, пляжный волейбол, аэробика, поле для мини-футбола, мини-гольф, дискотека, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется джакузи, массаж, водные лыжи с лицензией, серфинг с лицензией, парашют с лицензией, каноэ, катамаран. Для детей есть 2 бассейна, 1 крытый, 1 открытый. Мини-клуб, возраст 4-12 лет. Услуги няни платно, по запросу. Детская коляска платно. В ресторане – детское кресло, детская площадка. Развлекательные программы. Расстояние до пляжа, отель на берегу моря. Песчаный пляж, да. Шезлонги, да. Солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.